Мы еще раз подключились к нашему эфиру. Добрый день, уважаемые подписчики. Пожалуйста, отметьте, слышно ли меня, хорошо ли меня слышно теперь. Ждем подключающихся. Добрый день. Пожалуйста, отметьте, слышно ли, хорошо ли меня слышно, как звук, как теперь со звуком. Жду от вас реакции. Хорошо ли слышно? И будем начинать. Да, хорошо слышно. Отлично. Ну, давайте еще раз я представлюсь. Меня зовут Сосновская Татьяна, я являюсь продакт-менеджером компании ArtLife. Наш сегодняшний эфир посвящен трендам в косметологии и какое место пептиды, какую роль занимают в уходовой косметике. Мы сегодня с вами поговорим о том, что такое пептиды, как они используются в косметике, и я вам расскажу о нашей обновленной линейке пептидной, разберем составы наших новых средств и поговорим о том, когда, кому и как применять нашу новую линейку. Так, запросы на эфире. Технические вопросы немножко решаем. Все, технические вопросы все решили и приступаем к нашему эфиру. Ну, давайте поговорим о том, что мы вообще знаем о старении кожи. С возрастом кожа истончается, снижается ее тургор, эластичность и уменьшается насыщение влагой. Снижается упругость кожи. Все это происходит за счет снижения выработки коллагена и эластина. Коллаген и эластин – это структурные элементы, которые поддерживают нашу кожу в упругом состоянии и формируют так называемый каркас. Многие косметические средства, которые присутствуют у нас на рынке, предлагают различные эффекты. Это может быть и увлажнение, это отбеливание, эффект уменьшения пигментации, это успокаивающий эффект, какие-то противовоспалительные эффекты. Все эти эффекты, как правило, они формируются на внешнем воздействии на кожу. Сегодня в косметологии набирает новый тренд использования пептидов. Пептиды способны приостановить процессы старения на клеточном уровне. Пептиды вообще относят к группе белковых соединений. Все наши белковые соединения состоят из 20 аминокислот, в принципе всего существует 20 аминокислот. Последовательность этих аминокислот, она и формирует определенные белковые соединения. Если эта последовательность состоит из 100 и более аминокислотных остатков, это у нас белок, крупная молекула. К таким косметическим белкам относят у нас эластин, коллаген, кератин. Не косметическим белкам, а белкам, которые используют в косметологии. Последовательность из аминокислот, которые составляют всего там, 10 аминокислотных остатков и менее, такую последовательность называют пептиды. Основная проблема белковых соединений коллагена и эластина – это то, что это большая молекула, и она не способна проникнуть через верхние слои кожи. Наша кожа состоит из верхних слоев эпидермис – это мертвые клетки, и они довольно плотно друг к другу присоединены, и между этими клетками большие молекулы белковые не могут проникнуть, попасть в более глубокие слои кожи. Более глубокие слои называются дерма. В дерме присутствуют клетки-фибробласты, которые и синтезируют коллаген и эластин. Это, собственно, тот каркас кожи, который позволяет сохранять эластичность ее и упругость. Так, далее.
применение пептидов в данном случае научно обосновано, потому что за счет их размера, маленького размера, они лучше проникают в глубокие слои кожи, в дерму, и способны запускать биохимические процессы, процессы синтеза того же коллагена и другие процессы, о которых я расскажу чуть позже, когда буду говорить о механизмах действия пептидов. Вот. В косметологии используют биомиметические пептиды, так называемые. Это низкомолекулярные вещества, которые имеют максимальный уровень усвояемости человеческим организмом. Их, и вот именно их можно использовать в виде крема, в виде сыворотки, нанося на кожу. Что они, какие эффекты оказывают использование пептидов в косметике? Это более глубокое насыщение влагой, нормализация работы местного иммунитета, уплотнение дермы за счет выработки как раз коллагеновых и эластиновых волокон. Также пептиды способны стимулировать регенерацию, обновление клеточных структур, восстанавливают микроциркуляцию крови в тканях, то есть обеспечивают питание нашей кожи, контролируют образование меланина, это своеобразная защитная функция, формирует защиту от ультрафиолета. Также пептиды способны усиливать механизмы восстановления, механизмы естественной антиоксидантной защиты от свободных радикалов. Ну, а свободный радикал у нас маркеры старения. Все пептиды, которые используются в косметике, делятся на 4 вида по механизму действия. Первый тип пептидов – это сигнальные пептиды. Сигнальные, они по механизму, они так вот просто и называются, они передают сигнал клетке на обновление. То есть пептиды считывают, когда клеточка организма кожи стареет, ее функция угасает, и пептиды считывают этот момент и передают сигнал на синтез новой клетки. Наиболее известным сигнальным пептидом является матриксил. Основная задача сигнальных пептидов – запустить синтез коллагена, запустить синтез эластина и гиалуроновой кислоты. Таким образом восстанавливается тургор, уплотняется структура кожи и разглаживаются морщины. Второй тип пептидов у нас – это транспортные пептиды. Как правило, транспортные пептиды представляют собой вот эти белковые соединения с микроэлементами какими-либо. Микроэлементами здесь могут быть медь, марганец, другие микроэлементы. Ну, наиболее широкое применение нашли все-таки пептиды меди. Что делают микроэлементы? Микроэлементы, в свою очередь, вот эти транспортные пептиды с микроэлементами, они помогают микроэлементам меди попадать внутрь клетки, то есть транспортируют ее из межклеточной жидкости внутрь клетки и запускают процесс обновления. Также, помимо того, что микроэлементы участвуют в процессах обновления клеточных структур, они еще и способствуют заживлению тканей. И вот такие пептиды транспортные очень часто используют в кремах для заживления различных поверхностных, там, трофических язв, при нейропатических, диабетических язвах, при каких-то повреждениях кожи. Вот. Самые известные – это пептиды меди, да, я уже об этом говорила. Третий вид пептидов по механизму действия – это ингибиторы нейротрансмиттеров, самые любимые нашими косметологами пептиды, потому что они являются миорелаксантами, они оказывают так называемый ботокс-эффект. Ингибиторы нейротрансмиттеров замедляют мышечные сокращения, расслабляют мышцы, разглаживают кожу и тем самым препятствуют появлению морщин, заломов, складок в коже. Самый популярный из ингибиторов нейротрансмиттеров – это у нас аргирелин. Собственно, по механизму действия, что он делает? Он блокирует высвобождение ацетилхолина. Если вы знаете, ацетилхолин – это медиатор, который стимулирует сокращение мышц. Чем меньше ацетилхолина в тканях и в мышечных волокнах, тем меньше мышца будет сокращена. Таким образом, пептид, ингибитор нейротрансмиттеров,
блокирует сокращение мышцы, и мышца расслабляется, кожа разглаживается. Регулярное применение данных пептидов способно устранить заломы, потому что все наши заломы формируются от того, что заломы на коже формируются от того, что мы морщим наше лицо, то есть мимика работает, и мышцы сокращаются, и вот в этом напряженном состоянии они находятся, они не расслабляются, и, соответственно, формируется залом кожи. Вот. Самый известный и широко применяемый пептид ингибитор нейротрансмиттеров – это у нас ботулотоксин. Но есть и неинвазивные средства, которые используют в косметических препаратах, в косметике при нанесении на кожу. Они также способны блокировать мышечные сокращения и оказывать лифтинговый эффект, так называемый ботокс-эффект. Так. И четвертый тип пептидов по механизму действия – это ингибиторы ферментов. Ингибиторы ферментов уменьшают распад коллагена. Если, когда мы говорили о первом типе пептидов сигнальных, которые стимулируют синтез коллагена, то ингибиторы ферментов, они уменьшают разрушение, процессы разрушения, расщепления белков. К таким пептидам относят, самый известный это прожилин. И, собственно, его мы тоже используем в нашей косметологической линии. Вот, я вам рассказала коротко о том, какие типы пептидов бывают. Теперь давайте разберем немножко нашу обновленную линейку пептидной косметики. Вы уже знаете, у нас был такой крем и есть. Остался в новом дизайне дневная формула. Крем ночная формула. И к ним добавились у нас еще два продукта, которые вы полюбили после формирования подарочных наборов новогодних. Это сыворотка для лица и жидкие патчи для ухода за кожей вокруг глаз. Начнем мы с увлажняющего пептидного крема для лица «Дневная формула». В состав дневной формулы входят два комплекса пептидов. Первый – это прожилин, собственно, это ингибитор ферментов. Относится к группе ингибиторов ферментов, обладает уникальным механизмом действия на модуляцию синтеза прогерина. Прогерин – это маркер старения. Чем больше в клетках кожи содержится прогерина, тем больше он подавляет процессы репликации ДНК и тем самым замедляет процессы обновления старых клеток на молодые. Таким образом, введя в крем ингибитор фермента прожирин, мы блокируем синтез прогерина и таким образом мы запускаем процессы обновления клеток. Клинические исследования подтверждают его эффективность как антивозрастного компонента. И что он делает? Он уменьшает провисание, рыхлость и снижает количество морщин. Это доказано клинически. Второй пептидный компонент, который входит в состав нашего дневного крема увлажняющего, торговое наименование у него SPEC-PED. Состав, химический состав – это ацетилгексапептид 8, если кому-то это будет более интересно, относится к пептидам миорелаксанта. Расслабляет наши лицевые мышцы, разглаживая морщины, и вот оказывает лифтинговый эффект. Когда мышцы расслабляются, кожа у нас тоже расслабляется, выравнивается и уменьшается проявление морщин. Второй крем пептидный, питательный крем «Ночная формула» тоже содержит два комплекса пептидов. Это синьораж. Синьораж относится к сигнальным пептидам ремодулирующим. Они запускают процессы
улучшает эпидермальную сплоченность. То есть он стимулирует синтез пептида синдексана 1, который обеспечивает более плотную связь между клетками, то есть обеспечивает, уменьшается рыхлость в коже, на коже. И синтез коллагена номер 17. Коллаген 17 – это такой белок, называется это гемодисмосомы. Они такие шиповидные образования белковые, которые связывают слои кератиноцитов, тем самым обеспечивая упругость кожи и большую плотность. Повышает упругость и эластичность, улучшает эпидермальную сплоченность, как я уже сказала, и кожа приобретает более сияющий и вид и большую однородность. И второй компонент, который входит в состав второй пептидный комплекс, рекобио триплеколлаген комплекс. Содержит три вида пептидов в своем составе. Рекобио триплеколлаген комплекс – это торговое название. В состав входит морской коллаген, сигнальный пептид и пептид-ингибитор коллагеназы. То есть он и запускает процесс синтеза своего собственного коллагена и эластина, и также блокирует процесс распада коллагена. Таким образом, обновляя нашу кожу, то есть нанеся вот этот комплекс на ночь, мы обновляем в течение ночи кожу и просыпаемся с уже сияющим видом. Третий продукт – сыворотка. Сыворотка с ботокс-эффектом также содержит два пептидных комплекса. Первый – это спекпет, относится к миорелаксантам. О нем мы уже говорили, когда я рассказывала состав дневного крема. И помимо спекпеда туда входит еще габа-кейр. Это гамма-аминомасляная кислота, полученная методом ферментации. И гамма-аминомасляная кислота вам наверняка известна из темы неврологии, потому что гамма-аминомасляная кислота, она блокирует передачу нервного возбуждения, нервных импульсов. То есть она, опять же, влияет на расслабление тканей, расслабление нервных тканей. Таким образом, гамма-аминомасляная кислота оказывает лифтинговый эффект, так как ткани наши расслабляются и разглаживаются. Помимо этого, ученые обратили внимание на то, что гамма-аминомасляная кислота при нанесении на кожу, во-первых, она имеет очень маленький размер, у нее размер гамма-аминомасляной кислоты примерно до 10 микрон, достигает не более 10 микрон, а размер поры между клетками составляет. Так, что-то подвис, эфир нет. Все нормально. Хорошо. Отлично слышно. Спасибо. Да, кстати, вы можете писать свои вопросы в чат. По окончанию, в конце эфира я на вопросы буду отвечать. Если я не успею в определенное время эфира ответить на все вопросы, то мы эфир мы сохраним, и под эфиром мы ответим на ваши вопросы. Вот, а так пишите, спрашивайте все, что вас интересует, все о косметике и о пептидах. Задавайте вопросы. Так, отвлеклась немножко. Да, помимо того, что гамма-аминомасляная кислота оказывает лифтинговый эффект в данном продукте, она еще и запускает синтез гиалуроновой кислоты. А также визуально уменьшается количество морщин и восстанавливает поврежденную кожу. И ну, таким образом там еще повышается эластичность. То есть вот сыворотка с ботокс-эффектом – это наша выручалочка. Когда мы хотим получить быстрый эффект перед каким-то мероприятием, мы наносим и можем дальше уже наносить макияж после нанесения сыворотки. Так. И сейчас вот я рассказывала про эти три продукта, я рассказала, что входит в состав, какие пептидные комплексы мы использовали в составе этих трех продуктов. Помимо пептидных комплексов у нас есть еще дополнительные активы в составе всех трех продуктов, они одинаковые, поэтому я вынесла это отдельным блоком, и сейчас я о них расскажу, то есть какие эффекты эти дополнительные активы оказывают в наших кремах.
Это четыре комплекса. Первый комплекс гиалуроновых кислот называется Hymagic Fo, содержит 4 гиалуроновые кислоты. Это, как правило, это гиалуронат натрия, но в различной форме. Там кросс-полимерный гиалуронат натрия, есть ацетилированный гиалуронат натрия и гидролизованный гиалуронат натрия. Получается, мы имеем гиалуроновую кислоту в разных видах, способны проникать на разные слои кожи и увлажнять, она обеспечивает более глубокое увлажнение. И увлажнять как поверхностные слои, так и более глубокие. Гидролизованный гиалуронат натрия способен восстанавливать, проникать более глубоко и восстанавливать кожу изнутри. Вторым компонентом, который присутствует во всех трех продуктах, является фукагель. Фукагель также оказывает длительное увлажнение. Фукагель представляет из себя полисахарид ферментированный растительных компонентов. Используют здесь ферментированную кукурузу и немодифицированную сою. Эти полисахариды представляют собой высокомолекулярную и низкомолекулярную структуру. И опять же, высокомолекулярная создает такую как не пленку, а как бы сетку, которая притягивает на себя молекулы воды и способна оказывать как большее увлажнение. Низкомолекулярная часть проникает опять же в глубокие слои дермы, и уже после нанесения, через 3 часа после нанесения крема обеспечивает в полтора раза больше увлажненности, чем использование гиалуроновой кислоты. Ну, это по данным тоже клинических исследований. Таким образом, кожа становится более шелковистой и нежной. Третий компонент, который входит во все наши три продукты, гликолифт, тоже полисахарид, но уже полисахарид ферментированный бурой водоросли. Он оказывает лифтинговый эффект, способствует уплотнению эпидермиса и защищает от негативного воздействия окружающей среды. У него есть такая особенность, он способен выводить токсины, он способен выводить тяжелые металлы, то есть как бы детокс кожи формируется за счет вот этого компонента. И плюс небольшой такой отбеливающий эффект дает. И четвертый компонент, который входит во все три наших продукта, о которых я уже сказала, это гидрокем. Гидрокем у нас это гидроксиэтил мочевины, это производные мочевины. Но мы знаем, мочевина используется во многих косметических косметических средствах для смягчения кожи. Она очень хорошо смягчает кожу, но у самой мочевины pH щелочная, а для кожи важно, чтобы pH была слегка кислотная. Гидроксиэтил мочевина имеет лучшее сродство к коже, она совместима практически со всеми компонентами нашей рецептуры. И она способна удерживать воду в количестве до 82% своего веса. То есть это очень мощный увлажняющий компонент. Так, это я вам рассказала состав наших трех продуктов пептидной серии. И это еще не все. У нас есть четвертый продукт, жидкий патчи. Я его оставила на потом, потому что состав его немного отличается. Единственное, что похоже в жидких патчах, это тоже то, что он также имеет в своем составе гамма-аминомасляную кислоту, то есть вот эти вот наши гусиные лапки, морщинки маленькие, которые формируются, когда мы улыбаемся, гамма-аминомасляной кислоты в составе жидких патчей, мы можем эти проявления убрать. Наверняка вы замечали, что даже при употреблении нормального количества воды и при нормальном сне, при высыпании, вы вдруг замечаете, что под глазами какая-то синюшность или отеки. Так вот, чтобы убрать эту отечность или убрать синяки, как мы говорим под глазами, на самом деле это не синяки, вот, нужно улучшить лимфодренаж кожи вокруг глаз, и в этом
В этом вам поможет наши жидкие патчи. Жидкие патчи содержат также пептидный комплекс Эйлис. Он содержит два пептида. Сигнальный пептид и пептид-ингибитор ферментов. Вот сигнальный пептид является своеобразным пептидом-иммуномодулятором. Он устраняет воспалительные процессы и улучшает также микроциркуляцию ткани, и ингибитор ферментов, который тоже блокирует распад наших коллагена и эластина. Применяя, введя в рецептуру этот комплекс Эйлис, мы получили эффект устранения отечности и улучшения дренажа, лимфодренажа в области кожи вокруг глаз. Вот, собственно, по составу я рассказала вам все. Я могу посмотреть ваши вопросы. Так, эфир сохранится. Да, обязательно мы эфир сохраним. С какого возраста можно применять? Был вопрос. Так, применять можно косметику вообще. Ограничений по возрасту нету, но с 25 лет у нас уже снижается синтез коллагена и эластина, поэтому с 25 лет рекомендуется для сохранения молодости уже начинать применять эту косметику. Не обязательно, но можно. Так. Если есть пигментные пятна, как долго нужно использовать, чтобы прошли пигментные пятна? Так, смотрите. Вообще пигментные пятна, они формируются не за одну секунду, да, то есть это достаточно частое пребывание на солнце, то есть важно, чтобы еще были солнцезащитные какие-то средства, но применение косметики необходимо все-таки регулярно. И это очень индивидуально. На самом деле у кого-то это может пройти за неделю, у кого-то, кому-то нужно будет месяц и два. Если мы ограничиваем при нахождении себя на солнце, например, летом, они больше проявляются, пигментные пятна. Зимой мы быстрее можем от этого избавиться. Поэтому все индивидуально, конечно же. Так, помогает ли проблемной коже? Следующий вопрос. Смотрите, проблемная кожа, она потому и называется проблемной, потому что в организме существует какая-то проблема и проявляется она на коже. Как правило, любые там воспалительные процессы на коже – это проявление нашего неправильного питания и нарушения микрофлоры в кишечнике. То есть первое, что нужно сделать, помимо, конечно, подбора хорошего косметического ухода, это сорбенты и диета. Убираем сахар и там, начинаем следить за питанием, ну и уход. И тогда в комплексе будет все помогать. Так. Как сочетать с косметикой пробио? Сочетаем. Если вы используете крем для кожи вокруг глаз на регулярной основе, да, в косметике пробио, то жидкие патчи мы можем использовать раз в неделю или как, допустим, какая-то скорая помощь при отеках и при темных кругах вокруг глаз. Сочетание, и опять же, кому какой-то как нравится. У пробио косметики более плотная структура, у косметики пептидной она более легкая. Кому какой нравится аромат, вы можете использовать и тот, там что-то, допустим, флюид для очищения пробио косметика и там крем ночной пептидной косметики. Это уже как ваша фантазия позволит сочетать. Ограничений по применению нету. То есть нельзя сказать, что вот обязательно вот вы должны использовать только одну линейку. Спасибо за сердечки. Вот. И нельзя ни с чем ее сочетать. Вы можете ее сочетать. Чем отличаются патчи, жидкие патчи от обычных? Структурой в первую очередь, да, обычные патчи мы как это пленочка, мы ее наносим, потом мы ее снимаем. Жидкие патчи, у них кремообразная форма. По эффективности, я бы не сказала, что есть какие-то различия по эффективности от обычных патчей и жидких патчей, но у нас нет обычных патчей с пептидами. То есть по эффективности, естественно, жидкие патчи наши превосходят, потому что несут определенную цель, да, то есть улучшают
именно с точки зрения, как клеточные проникают в клетки и улучшают обмен клеточный и способствуют обновлению клеток кожи. А говорить о составе и чем-то он хуже или лучше обычных патчей я не могу, потому что, ну, мне нужно смотреть на состав. Так. Когда рекомендуется наносить патч, я уже ответила. Можно их использовать там, перед каким-то мероприятием, да, для быстрого устранения. Можно использовать их как еженедельный уход. Дальше. Следующий вопрос. Поможет ли кому за 65? Поможет в чем? Если вы хотите сделать подтяжку себе из-за 65, то, конечно, за неделю нет. Но в любом случае пептидная косметика, она улучшает, обновляет кожу, обновляет клетки кожи, улучшает состояние. И при регулярном применении вы увидите результат. Ну, в 65 лет выглядеть на 20 не будем. Это нужно понимать. Ну, конечно, поможет. Так, крем наносить сразу после сыворотки или через какое-то время? Ну да, нужно дать время сыворотке немного впитаться, буквально там, ну, минуту-две подождать и потом наносить крем. Вот. Так, секундочку, смотрю еще вопросы. Существуют ли возрастные ограничения 50+? Нет, возрастных ограничений не существует. Да, я уже говорила, возрастных ограничений нет. Добрый день. Все, смотрю, вопросов. Вроде вопросов больше нет. Но если у вас остались вопросы, вы можете оставить их под постом. Так, еще появился вопрос. Оп, секундочку. Что поможет от сосудиков на лице? Знаете, купероз – это довольно такая сложная проблема. Чтобы их было не видно, необходимо все-таки, наверное, обратиться к косметологу. Есть лазерное удаление проявления вот этих сосудов. И в дальнейшем нужно пить комплекс витаминов внутрь, витамины группы П обычно, ну, там аскорбин можно, это самый простой витамин, который укрепляет сосуды, чтобы они не проявлялись. Так, спасибо большое за ваши вопросы. Так, если есть еще вопросы. Так, после... А, вот еще один вопрос. Сейчас все, отвечаю на последний вопрос. Остальные, кто не успеет задать вопрос, можете писать их потом уже в конце, под эфиром. После косметики Golden Cocoon какую косметику лучше применять, с пептидами или ProBio? Ну, вообще разное. ProBio, она у нас направлена на формирование микробиома кожи. А пептидная косметика на профилактику старения кожи и на обновление клеток. Хотя у ProBio тоже есть активы, которые снижают проявление старения, то есть восстанавливают за счет растительных экстрактов. Экстракт орхидеи тоже способствует этому. Это вообще все индивидуально. Нельзя сказать, что вот вам нужно будет лучше обязательно применять либо пептидную, либо ProBio. Вы можете пробовать и подбирать себе, потому что кому-то будет лучше ProBio, кому-то будет лучше пептидная косметика. Все индивидуально на самом деле. Так, есть ли тональный крем в Art Life, чтобы как-то спрятать сосудики? Тонального крема пока нет. Мы вам предложить пока не можем. Так. Вопросов пока нет. Спасибо большое. Очень рада была с вами со всеми повидаться и рассказать вам про нашу новую косметику. Пишите свои отзывы. Всего вам доброго, всего хорошего. До свидания.